Здорово, подписаты. Сегодня поэкспериментируем, съедим, вернее, не петличку съедим, с петличкой похаваем. Разок похаваю, потому что мне неудобно уже заранее, знаю, что хуйня какая-то. Ладно. Короче, поняли, да? Не разбираюсь, я люблю двигать, что-нибудь там делать. Короче, ну пожрать сегодня у нас вот такой вот роллтон. Полкуры гриль. Вот такие вот соленья у нас будут, помидоры, квашеная капуста. Ну и... вот такой вот дядя Ваня. Дядя Ваня у нас. Икра из кабачков. Я уже попробовал, вкусненькое. Ну что? А, самое главное, я же забыл. Самое главное у нас еще будет вот такая вот колбаску. Сейчас ушатаем. Дым-дымыч. Пражская. Ну, давайте. Начнем с колбаски, да? Вот колбаска с нами. Так, роллтон у нас сегодня. Роллтон нам надо обязательно помазать мазиком. Обязательно просто. Без мазика мы не живем. Теперь на загрызку у нас будет... вот такой багетик, как всегда, мой любимый. Мой любимый. С этим жареным луком. Ну давай. Как там тут петличку не обосрать? Ну, разок снимем с петличкой, больше я не буду. Интересно. Роллто на одну пачку заварил, не стал больше. Но она не такая, не стандартная, а побольше, понял. Потому что я хочу вот этого поесть. Это у нас вот это вот. Слушай, а тут, наверное, надо тише говорить, да? Пробовал куда-то сюда прицеплять, ни хрена не слышно. Ну, какой-то звук мне не нравится, короче. Мне вообще это АСМР вообще нахуй не надо. Просто прикольнуться хотел один разок хоть снять. За что браться, блядь, не знаю. Давайте за вот это возьмемся, да? За вот это вот. Вот так вот. Где наша икра любимая? Давайте сейчас икрой намажем себе багетик. И закидываем куда надо.
Ну что, давайте ножку отломаем, захаваем, да? Ножку. Вот так вот. Кожу мы сразу снимаем собакам. Я ее не ем. Вот эту петличку надо использовать, когда котлет по-киевски грызешь. Ну, короче, что-то если хрустишь. Обычная еда вообще нахуй не нужна, петличка. А если надо, какой-нибудь, наверное, микрофон 1000 за 10, блядь, использовать. Который я принципиально не буду покупать. Если бы я знал, что я всю жизнь буду снимать, да? Эти мукбанги. А я еще месяц поснимаю, забью хрен. Потому что мне похуй. А потом на Авито выставлять, да? Больше всего я хочу икру, если честно. Дядя Вася, норм тема. Дядя Вася не подводит, да? Что там, 9 минут? Давай еще минуту-две и выключаемся, хорош. Я, кстати, уже наелся. Икра понравилась. Съедобная. Икра из кабачков называется. Очень вкусная. Я просто с детства ее люблю. Вот ассоциация у меня
У кого-то с садиком что-то ассоциируется, у меня вот такая икра ассоциируется. Это я ее с садика полюбил. Именно вот эту, магазинную. Ну, еще нравилось, которую мать делала, домашняя. Тоже прикольно. Песиком. Ну ладно, все. Всем пока, всем добра.